Но я в колонку стучать не буду, слышишь, Всеслав, потому что он это самое, иначе сюда прямо пойдет. Ой. Это было шоком в хорошем смысле слова, что мы познакомились так вот неожиданно, здесь я никак не ожидал. Но мало того, учитывая характер Рудольфа, его натуру, мы продолжили знакомство, продолжили встречи, продолжили определенное творчество. Несколько песен Рудольф уже написал вот в современном периоде для нас. Год назад, полгода назад. К сожалению, вы их не поете. Вы только репетируете. Мы люди ответственные, и мы когда сделаем чики-брики, мы это все, конечно, изобретаем. Ну, а так полуфабрикат не хочется выпускать. Поэтому я хотел бы выпить за причину нашего сегодняшнего собрания, за день рождения нашего замечательного друга, коллеги, учителя и наставника, основоположника, вернее, не основоположника, а человека, который продвинул вот эту всю идею неформальной песни, за что мы все, в том числе наша группа, очень вам благодарны, желаем вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, творчества совместного, все ваши остальные проекты, которые вы реализуете с другими творческими людьми, коллективами и прочее. Это вам можно позавидовать такой вот интенсивности, да, работы, жизни. Поэтому мы снимаем шляпу и поздравляем вас от всей души. День рождения. Да, ура! 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 А что тут ухло? И, конечно же, наша музыкальная премия самому замечательному человеку. Прошу вас. Убери руку. Или большой сувенир. И в это время появляется рука, которая заслоняет. Видишь, так он подлостит. Спасибо, дорогой. Премия. А как называется премия? Музыка шансон. А я бы сказал, неформальная песня. Спасибо. И одесского джаза, да? Нет, ну пускай на столе стоит. Что... Да, для красоты можно будет... сюда, чтобы в кадр попадало. Да, 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 да. Нет, ключ, ключ вот поставьте на стол, да. Ну вот, не надо, что их все. Только нет, нет, половины. Ну ладно. Налейте, если вы говорите. Дорогие друзья, я рад, что вы снова вместе все представители трех самых замечательных ансамблей Санкт-Петербурга, я считаю. Зайди уже, зайди. Я имею в виду Северок, Лёня Лонжерон и Ля Минор. Вот. Так что мы составляем такой кулак, музыкальный кулак петербургский. Цилиндром на солнце сверкая, надев самый модный сюртук, по летнему саду гуляя, с Маруськой я встречаюсь.
встретился вдруг. По летнему саду гуляя, с Маруськой я встретился вдруг. Четыре года, на пятый я ей изменил. Однажды в сырую погоду я зуб коренной простудил. Однажды в сырую погоду я зуб коренной простудил. Всю ночь, как безумный, рыдал. Вдруг, потеряв силу воли, зубному врачу я прибежал. Вдруг, потеряв силу воли, зубному врачу я прибежал. Врач крепко схватил меня за горло. Брось мои руки назад, четыре здоровые зуба. Он вытащил дочь из-под ряд. Четыре здоровые зуба. Он вытащил дочь из-под ряд. Говорит, вон из моего кабинета. Клади свои зубы в карман. Носи их с собой при жилете. И помни про подлый обман. Носи их с собой при жилете. И помни про подлый обман. Козу лежат четыре зуба, а я так безумный рыдал, а женщина-врач хохотала. Я голос Маруськину зал, а женщина-врач хохотала. Я голос Маруськину зал, цилиндром на солнце сверкая. Домой я иду без зубов, и как отомстить я не знаю. Жает же Маруськину любовь, и как отомстить я не знаю. Жает же Маруськину любовь. Собиралась компания бурная. Там были девочки, по-моему, другая. И себе глаз от безыскалка шмороз. Он заходил тут без воздушных поцелуем. И говорил, красотки розы, потанцуем. И проявлял для сердца ящим растолкуем. Шлись у нас, свободно и много. Красотка Роза танцевать и сильно не хотела, а достаточно до этого смотрела. В объятиях толстого и жирного шахтальмена ей не надо было больше ничего. А Чморгоз сказал в изысканной манере: я пацан этого причмордого в сакре. И чтоб дальнейшем не обидеть вашу маму, и не испачкать кровью полную банану. Послушай реплику маркюры известной Моня, а в чью спину сломали их на новом коне. Обычный сын капиталистки тети Пасси, и ты стоишь
себе свои фотографии.
пьянки заливаю и вином. Да-да-да, всегда я обожаю скачки женщин и футбол. Если нож свой обнажаю, мне не спрашивают хлопа-ба-ба-ба. Не годится никуда.
деться никуда. Сидели с Кирюхою, о, сидели мы с Кирюхою, о, сидели мы с Кирюхою, водорой и дойкичит. Он вынес 10 рокев на плечи, он вынес 10 рокев на плечи. Он вынес 10 рокев на собственном плече. А я и тем паче. Решили мы с Кирюхою, о-о-о. Решили мы с Кирюхою, о-о-о. Решили мы с Кирюхою с Кирюхом скачить. Легавым пару. Ты чё, говорит, ты по...
два. Раз, два, три. Встречаемся. Само по себе прекрасно. Знаю Рудольфа еще молодым, веселым, очень активным. И за эти годы, конечно, много случилось всего в жизни. И хорошего, и плохого. Много жизни мяло, плющило. Но он остается таким же оптимистом. Он остается веселым, верящим в жизнь и любящим жизнь человеком. Давайте выпьем за нашего друга, за нашего юбиляра. Пускай живет до 100 лет и больше, и пускай всегда остается таким же, как и был в молодости, и не теряет ту искру, которая дает ему этот огромный жизненный импульс. Ура! За Рудольфа! Давай. Давайте. За Рудольфа! За Рудольфа! А что? Вот Подарки я люблю. Подарки сейчас я буду. Сейчас выпьем. А кто их не любит, скажу. Твое здоровье. Давай, Рудольф, за хороший тост. Давай. Да. За оптимизм и желание жить. Могу и то, да. Саша, давай. Смотрите, господа, у нас тут целый самовар водки, никто не подойдет на открытку. Будем ли чай, чай. А, здесь, как она?
очень вкусный винегрет. Ну, я сегодня делал. Я просто так. Замечательно. Я не специалист. Даже без капусты. Не, я без капусты. Потому что сейчас капуста... Я не специалист. Я просто беру так. Я заметил, что мои свежие кинжалы. Кинжалы для гитары. Все старенькие какие-то, все какие-то потрепанные. Я тебе принес новый. Итальянский. Приезжает сколько хочешь, пластинок пол твоей коллекции. И электрогитара. Припев. Ну, очень нужный подарок, правда? Очень-очень нужный. А что, у тебя нет бумаг какой-то? Нет? Где будешь ходить на концерт? Да. Президент русскоязычного содружества творческих деятелей России и зарубежья. Да. Владимир Холменко. Да. Всех, кто творит на русском языке, пишет на русскую тематику, музыку, живопись, все наши потенциальные коллеги, друзья, союзники, соратники. Но сегодня я очень рад быть среди вас, моих любимых, знакомых, друзей. А самый главный царь нашего торжества, вместо того царя Васильева, Володи, который не смог прийти, он просил передать поздравления, низкий поклон Рудольфу Израилевичу. И что я ему уже сделал предварительно. Теперь я хочу зачитать ему поздравительный текстик поэтический. Преамбула. Все знают, что Рудольф Израилевич Фукс — это первый человек, первая личность, которая сумела запечатлеть рок-н-ролл на рентгеновских пластах, пластинках. Да. На костях. Костях, да. Ну, это, конечно, да. Поэтому я вот сегодня думал, что ему написать и как его обозвать, возвеличив. И я написал вот такую открыточку поздравительную. И назвал заголовок такой, таким: «За здравное патриарху русского рока». И это слишком круто. Ну ты же первый выпустил на костях пластинки. Шансона, городской песни. «За здравное патриарху русского рока». Рудик, с днем рождения! Друг мой дорогой, дороги общения мудрые с тобой. Ты познал страдания, гол был как сокол, но твоим старанием жив наш рок-н-ролл. Как наивны и чисты в чувственных страстях твои гибкие пласты на людских костях. Вечно тем пластам кружить, истребляя страх, а Рудольфу Фуксу жить в песнях и в стихах. Спасибо, дорогой, спасибо. Да. Тебе спасибо. Ты патриарх русского. Ну что ж. Да. А теперь шансон. Наш патриарх. А теперь Андрей. Сергей Иванович Маклаков. К сожалению, покинул нас буквально несколько дней тому назад. Маклаков? Маклаков. Да. Вот был настоящий патриарх. А еще. У меня еще есть и только... Вроде нормально, да, Сергей? Не тянет? Да. Все как вы скажете. Мне все нравится. Я вообще здесь не причем. Ну что, друзья, мы разомнемся. Русский чай. Коротенькая песенка.
а потом заяц. Володя, проходи сюда, камеру. Да ничего, пожалуйста, я же нормально, это потихонечку. Осторожненько. Я гляжу на него и глазам не верю. Неужели мы будем сухрей? Бережану прямо, прямо к дяде Моне. Нужен пенский костюм, нужен плащ погоня. И полетом придачу, Боже мой, а ты
ведь кажется знакомым. Он как-то брал взаймы 400 рублей и ночевал потом на коврике у дома. Не мог найти тебя, я с тобой. Прошло 3 года, я забыл за эти дни. А он мне, ну хоть что-то рассказал. Мне нашел на силу возлюбный обеих. Что приобрел на передачу или потратился на горло Голливуд, что паровоз купил большой себе на сдачу. Теперь проблемы рельсы маленькие. И я поверил, ну скажи ты, а что делать? Ведь мы должны друг другу в жизни помогать. Еще и денег дал, еще дать не съела. Нашел не так бессовестно проживать. Какой ничем вы затеваете, я знаю. И я таки сегодня с вами буду пить. Вообще-то я больших масштабов не бухаю. Но хоть разок попробовать нашел как жить. Вообще-то я больших масштабов не бухаю. Но хоть разок попробовать нашел как жить. Еще одна песенка из репертуара Аркадия Северного. Ну, не так часто исполняемая, но, возможно, вы вспомните. И папа, и мама, и даже тети двое, что ходит вечно в порванных чулках. Кричали, попили, влюбилась ваша маня. А Ваня точно был скучно, а я хочу. Походною почтенною, пусть кто-то против и пусть кто-то за, но в жизни все всегда закономерное. Поверьте мне, я знаю, что сказать. И маме, и маме, и даже тете двое на свадьбе все кричали тарара. Прошло лишь 1/2 года, родился сын у Мани. Ну как не были ты, Иван, я скажу. Похвастаю почтенную, пусть кто-то против и пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное. Поверьте мне, не знаю, что сказать. Поверьте мне, я
сказать. Дождь, и он, а
А теперь ты все, 5 лет его нет, все. Вот ты, я на тебе еще лет 50. Я не хочу так делать. Не то слово, я не хочу так делать. Я даже не хочу так делать. Я не хочу так делать. Извини, 2500 не делают, это не так просто. Хорошо, возьми себе отдых неделю заново. Ну, извини, я музыкант, между прочим. Я сам играю вообще, так, и все пойми, правильно? Вот, извини. Я вот хорошо получается. У меня музыка лучше. Не хочу я портить маникюра. А не хочу я портить маникюра. Мои отделы почеши, любимый мой, обстенку почеши. Бабаду папа, бабаду папа, бабаду папа, бабаду бабаду папа. Мой позвоночник может поломаться, он очень хрупкий у меня. Возникла у меня такая мысль, что грустная песня должна быть веселой. День рождения. И вот мы сейчас попробуем ее спеть, Рудольфа чтобы Фурса, грустная дома, песня стала веселой. Все очень просто, Сережа. Да, у меня все вообще. Да, для минут, друзья. Кораблики, тут идете вы куда? В какие океаны, в какие города? Плывите вы, кораблики, к девчоночке моей, а проплывая рядышком, вы посигналите ей. Что вы готовы под седлом не смотрю, чужая шляпа там, где бы должна моя. Своей молоденькой жене пришел с вопросом я. Зачем чужая шляпа там, где бы должна моя? Ой, я не черт, солнце.
наплевать. Планету всю изъездил я, везде я побывал. Но что платок с шинеткой был, нигде я не видал. Пришел домой, был пьяный стиль я. Смотрю, чужая голова, где бы должна моя. Ой, моей маленькой жене пришел с вопросом я. Зачем чужая голова, где бы должна моя? Ой, ты, пьяный черт, сон ручи в мать. Где голова, там окончан, что принесла мне мать. Всю изъездил я, везде я побывал. Но с ушами кончена, нигде я не видал. Девки ноги целовали, как шальные. Одной вдове помог пробить я учиду. А мой нахальный след всегда имел успех. И моя юность раскололась, как орех. Качаются фонарики ночные, когда на улицу опасно выходить. Я из пивной иду, я никого не жду, и никого не сумею полюбить. Я из пивной иду, я никого не жду, и никого уж не сумею полюбить. Ростислав Звездин, Митяй, Митяй, и я так просто случайно.